У рукопашников из Вышнего Волочка есть своя кузница чемпионов. В начале нынешнего года там официально открылся новый зал отделения рукопашного боя. Подробности далее. Спортсмены из Вышнего Волочка не раз поднимались на пьедестал не только региональных, но и всероссийских турниров. И теперь у бойцов есть свой зал, где они будут развиваться и профессионально расти. Обновленный зал, новое отделение. Ребят, я желаю вам достигать высот, представлять наш Вышневолоцкий городской округ и на всероссийском, и, надеюсь, на действительно международном уровне. Желаю вам удачи. После торжественного открытия и вручения подарков отделению в виде защитной экипировки спортсмены опробовали новый зал. Это только начало развития этого вида спорта в Вышнем Волочке. Уже в мае в городе состоится первый турнир по рукопашному бою.